конечно, очень не хватает твоих проспектов шумных, Ленинград и белой ночи. Чудный призрак тает и тихо что-то шепчет летний сад. Вот уже 10 лет посланцы ленинградского комсомола работают на строительстве Байкало-Амурской магистрали. А сегодня они приехали к своему другу, художнику Андрею Яковлеву. Вершины гор сияют белым снегом, а рядом с ними небо синева. Я от тебя за тысячи верст снега, я от тебя за тысячи верст Нева, я от тебя за тысячи верст снега, я от тебя за тысячи верст Нева. Это звучала песня Юрия Бурова, одного из лучших проходчиков Северо-Муйского тоннеля. Друзья с БАМа приурочили свой приезд к открытию выставки Андрея Яковлева, лауреата Государственной премии РСФСР имени Репина. Большой удачей художника стал триптих «Строители БАМа». Это характеры сильных, мужественных, талантливых людей, первопроходцев. Выставка стала ярким, взволнованным рассказом художника о времени и о себе. На картине «Сопричастность» изображены шофер Юрий Шарипов и художник Андрей Яковлев. Я счастлив, что 7 лет из 10 я был рядом с ними, шел вместе с 11-м тоннельным отрядом, ведущим проходку уникального Северомуйского тоннеля. Открытие сквозного движения поездов по БАМу вовсе не означает того, что БАМ построен. Предстоит еще очень-очень много сделать. Много предстоит работы моим друзьям, и много предстоит работы и мне. Я хочу продолжить серию и пройти километры БАМа до конца в живописи и в жизни.